А что так в таком состоянии квартира-то? У меня так получилось, что я звонил второй друг. Не, ну понятно, инвалид, но так вы же заражаете весь подъезд. Тут вообще страшное дело, дорогие друзья. Тут страшное дело. От соседей, да, пришли? Ага, по-любому от соседей пришли. Это не только от соседей, дело в том, что у нас пол растопся. У каждого. Это и вы да. Не сели, у нас под пол, а дети, скорее всего. Поэтому вот этот настоящий фильм ужасов. Фильм ужасов. В таких условиях приходится работать. Пойдемте в комнату. Клопы-то есть? Клопов нет. К сожалению, да, нету? Нет. У меня и тараканов не было. Это... Вот только привезли, они пошли. Это настоящий ад. У меня сзади на картинах они еще. Угу. Сейчас я поставлю вот это. Вот это если сейчас отодвинуть, там их около вот, тысячи. Вот. А, это, можете убрать, пожалуйста? Посреди. Просто. Вот видишь, вот это. Ага. Вот вижу. Можете вот просто отодвинуть? Мне все лететь надо будет. Не, да просто одной рукой, одной рукой. Приподнять? Да, просто приподнимите. Ага. Вот. Все.